Караван ремесленников по следам Экспо прибыл в Актюбе. Народные умельцы представили изделия декоративно-прикладного искусства из войлока и верблюжьей шерсти, ювелирные украшения в национальном стиле, изделия из кожи и посуду из глины. Актюбе стал 7-м по счету городом, куда прибыл караван. Здесь к ярмарке присоединились и актюбинские умельцы. Благотворительным фондом дала возможность представить свои изделия, например, ручные работы. От компании столько бренда было. Вот. После окончания Экспо мы назвали вот этот ярмарку «Кирвен».